Глава столичной администрации Алексей Ладыков обсудил с жителями бывшего дома номер 9 по улице Петрова варианты решения их квартирного вопроса. Что именно предлагают собственникам и когда они смогут заселиться в новое жилье, узнала наша съемочная группа. Для начала все пришедшие получили экспериментальный проект нового 16-этажного дома общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров, который планируют построить на месте старого. Его строительство начнется в августе этого года и продолжится до конца 2016-го. Мы сейчас нам вот дали проект этого дома, будущий проект. Вот здесь, как я вижу, получается типа малосемейки и общий коридор, и там раскидано типа 20 квартир, не комната, а квартир. Там двухкомнатные, одна комната есть. Для начала строительства нового многоквартирного дома необходимо снести аварийный. Предположительно, эти работы начнутся в марте. Причем жители должны определиться, будут ли они сносить старый дом за счет собственных средств и взамен получат новые квартиры, либо финансировать снос будет город, выплатив владельцам квартир компенсацию. Пока к окончательному решению собственники не пришли, но сделать это надо до 15 февраля. Причем, если у кого-то появится желание расширить площадь квартиры, это вполне возможно. Сейчас не скажете стоимость квадрата? Стоимость квадратного метра нового жилья будет соответствовать стоимости квадратного метра сносимого жилья. Сносимое жилье будет, по сносимому жилью будем проводить оценку. Вот, соответственно, будет, оплата будет квадрат в квадрат. То есть, если сносимое жилье будет оцениваться в 45 тысяч рублей за квадратный метр, соответственно, вам предоставляться будет, исходя из цены, 45 тысяч рублей за квадратный метр. Что же касается оплаты жилищно-коммунальных услуг за место временного проживания пострадавших, сумма в квитанции будет зависеть от общих затрат, так как счетчиков в бывшем лицее-интернате имени Лебедева не предусмотрено. Вопросов еще много, и их нужно решать. Но, как отметил Алексей Латыков, политика республиканских властей направлена на неукоснительное выполнение данных гражданам обещаний. Того же требуют и от муниципалитета. Поэтому волноваться жителям не за что. Все свои обязательства администрация помнит. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.